Уважаемые красноярцы, по просьбе МЧС мы передаем их срочное сообщение. Не поддавайтесь панике. Не передавайте непроверенную информацию своим близким, знакомым, друзьям о повторных толчках в нашем крае. В ближайшее время повторные толчки специалистами-сейсмологами Красноярского края не прогнозируются. От лица спасателей нашей редакции просим вас не поддаваться панике. Подробную информацию можно узнать по телефону МЧС России по Красноярскому краю. 275-16-17. 275-16-17. А мы обо всем подробнее расскажем в прямом эфире новостей. Всем вечера!